Дорогие ученики, я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Мы начинаем новый раздел. Раздел «Окружающая среда». Тема нашего урока – «Четыре сестрицы». Сегодня на уроке ты продолжишь учиться отвечать на вопросы, пересказывать текст, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий. Задание первое. Послушай стихотворение. Прилетают птицы, звери просыпаются. Первая сестрица весной называется. Сыты все, согреты, солнце ярким светом. Вторую сестрицу называют лето. Сделаны запасы, листья облетают. Третья сестрица – осень золотая. Всюду снег искрится, к нам пришла сама. Четвертая сестрица – зимушка, зима. А теперь задание. Назови имена сестриц. У какой сестрицы снег искрится? У какой сестрицы сыты все, согреты? Что бывает у первой сестрицы? Какое красивое слово описывает третью сестрицу? Молодцы! Вы справились с заданием. Задание второе. Угадай, о чем говорится в стихотворении? О природе, о сестрицах, о временах года, о погоде. Молодцы! Вы справились с заданием. Задание третье. Прочитай текст. Солнце согрело землю, растаял лед, зажурчали ручьи. Птицы прилетели из дальних стран. Заяц сменил белую шубку на серую. Медведь вылез из своей берлоги. На первые цветы прилетели бабочки. А теперь задание. Дай название тексту. Составь вопросы к прочитанному тексту. Перескажи текст по ключевым словам. Ключевые слова. Солнце. Растаял, зажурчали, птицы, заяц, шубка, медведь, берлога, цветы, бабочки. Дескриптор читает текст, дает название тексту, составляет вопрос прочитанному тексту, пересказывай текст по ключевым словам. Молодцы, ребята! Вы справились с заданием. Словарная работа. Жил мезгілдері. Явление природы. Табиғат құбылыстары. Дождь. Жаңбыр. Град. Бұршақ. Ветер – жель, радуга – кемпір-қосақ, гроза – найзағай, снегопад – қаржау. Игра «Да скажи словечко». Мы у рыжих листьев потихоньку спросим, кто же вас раскрасил? Отвечают – осень. Если на проталинке
стал подснежник маленький. Значит, к нам пришла она, долгожданная весна. Дарит много-много света, все луга в наряд одеты, реки аж до дна прогреты. Вы узнали? Это лето. Крыша в шапке меховой, белый дым над головой, двор в снегу, белые дома. Ночью к нам пришла зима. Молодцы, ребята, вы справились с заданием. Подведем итоги урока. Сегодня мы вспомнили названия времен года и их последовательность. Узнали новые слова. Спасибо за внимание. До свидания.